КАМАЗ, груженный кирпичом, проломил асфальт и провалился в яму. ДТП произошло недалеко от Дворца спорта. Грузовик, выезжая с улицы Привокзальной, наехал на люки, в результате чего под машиной осел асфальт. Коммунальщики, прибывшие на место происшествия, от интервью отказались. Ситуацию прокомментировали сотрудники городского ГАИ. Совершил наезд задним правым колесом автомобиля на бордюрный камень, в результате чего произошло оседание асфальтобетонного покрытия. В образовавшуюся яму попала задняя ось грузовика. Это привело к механическим повреждениям как автомобиля, так и перевозимого груза. Когда наша съемочная группа прибыла на место, около грузовика собралась группа мужчин. Нашему корреспонденту сообщили, что водитель якобы испугался и уехал. Он рассекретился после приезда полиции, оказалось, что все это время водитель был на месте. Поворачивал и провалился. Сейчас в отношении водителя ведется административное расследование.